Вы смотрите видео об отеле Orals. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели от лучших туроператоров вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас. Отель Orals расположен в стране Андорра в регионе Encamp и относится к классу гостиниц с числом звезд 3. 200 километров от аэропорта Барселона, в Encamp в 450 метрах от подъемника. На территории отеля имеется один ресторан, один бар, один конференц-зал до 20 персон, лифты, Wi-Fi в лобби бесплатно, парковка платна. В номерах есть ТВ-спутниковое телевидение, центральное кондиционирование, ванна или душ, сейф не во всех номерах, телефон, фен, детская кровать по запросу. Номерной фонд отеля состоит из стандарт румс, 15 квадратных метров, максимум 3 человек. Среди услуг, предоставляемых в гостинице, есть турецкая баня хамам платно, солярий платно с ультрафиолетовым излучением, джакузи платно, тренажерный зал платно, сауна платно. За дополнительную плату имеется фитнес-центр, сауна, джакузи, солярий. Для детей есть детская кроватка по запросу бесплатно. Год постройки гостиницы – 1960. Год, когда был сделан последний ремонт – 1999. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас.